Меня слышу, аллигатор? Угу. Смотри, сейчас тебя покусают. Так, где мой набивальник ебал? Опа, наставил крышку. Я не взял нож, вы чё, гиены, охуели? Так, короче, на алтарь запрыгиваю. Пизду. Пизду все. Беру нож. Как алтарь меня спас вообще? Сейчас не представляешь, Олег. Блять, они меня в огонь скинули. Пидорасы ебучие, блять, я горю. Ну, ты там не горишь? Горю. Это что за мрази, Олег? Пизда. Только по одному, блять, выцеплять. Нахуй, я даже, блядь, не воскресился еще. О, за ноги кусает, и все, я не могу дальше. Так, а вот так надо, смотри. Так, оп, присел, присел. Оп, оп, оп. Это я вообще лежу? Да, экзотик бомж. Сделать труп не надо, собери лучше. Что за фак? Это мой старый труп, а где новый? Спасибо, карта, за это, что нихуя непонятно. Видишь, я присел, и все хорошо. И они убежали. Это от алтаря от моего. Блять. Они уходят. Блять. А, на тебя напали. Ну тогда сейчас я, короче, возьму свои вещи и наебашу эту суку. Блять, она... Смягчение. Пизда, у них урон. Олег, это просто какой-то ахуй. Все, они еще. Напоминает, знаешь, как чё, когда ты нападаешь на этого. Как это, блядь? В готике первый монстр. Первый раз на него нападаешь. Как называется? Волки? Кто? Нет. Кабаны? Мутант, мутант такой, типа, ну, спящий. Падальщик или кто там? Я сейчас разные вещи всякие перебрал. Блять, опять эта тварь бежит, она бежит, она бежит. Хули ты не бежишь, тварь? Можно включить или выключить это автобег? А, amazing. Я вернулся первый раз. Второй раз тоже. Блять, третий не пол. Половина жизни. Больше половины жизни, короче, снимает один удар без доспехов. На каком у меня, блядь, какой у меня уровень, сука? Сука, в огонь, блядь, прыгаю. Лишь бы не гиена. Меня аж не. Нет, он меня жарит стопудово, потому что я умер от огня. Блять, давно так не охуевал я. Слушай, пошли они нахуй. Мне пусть нужны... уходят. Мне нужны мои шмотки. Да, пусть уходят как бы, но мы потом вернемся к ним. Че, босса какого-нибудь пойдем сейчас пиздить, да? О, пускай нападают, блять, иди их все. А, блять, мне шмотки надо вернуть. Готов босса убить какого-нибудь? Тут есть да. Боссы. Я знаю, сейчас можем этого, что я тебе скидывал фотку мутанта, можем на него сходить попробовать. Ты чё, я типа пошутил? Мы не можем ёбаный гиен убить с тобой. Какой босс, блядь? Надо просто это. Ну, ворачиваться. Опять вы. У меня пару раз получилось увернуться от них. И как бы они меня не ударили. То есть нужно просто тайминг взять и вывести. И мы их убьем тогда. Че, может так и сделаем? А то какой босс? Ты че, прикалываешься, Олег? Unreal.
Так. Приоделся, да? Я, кажется, это твои шмотки взял. Сколько брони? Тюрбан. Средний перевязь. Да, Безупречный ты мои рукавиц. взял. Серебряной монеты у меня не было. Ну ладно, хуй с ним. Давай, я скину все. Да похуй, Олег. Долго. Погоди с моими, давай. Слушай, я могу просто сейчас умереть еще разочек. Да я тебе помогу, хочешь? Ты выглядишь как птица. Но тебе тоже надо сдохнуть, чтобы я снова взял твой лут, а ты мой. Давай посмотрим, кто сдохнет, блядь. Слышь ты. Мне нравится алтарь, знаешь, чем? Этим. Не понял. Че не? Гиены убивали, убили просто. Да? Да они вообще, они не были даже сверху. Пизда, стой. Нет, меня только что ебанул огонь. Нет, оно пиздит. А, вот, все. Надо по нему прыгать. Когда ты на него прыгаешь, тогда ты дохнешь. Все. При прикосновении к огню тебя дамажит. Хорошо, какая хуйня. Бля, что-то прям очень нравится игра. Она такая ебанутая. Тут просто ни на чем можно как бы получить интерес. Просто ничего не происходит. Это затупка и уже как-то интересно. Какой-то челлендж. Так, ты где умер? Да там. Мне? Да, а ты. А ты где? Чуть ниже. Где, где, где? Есть? Ебись, блядь. У меня теперь яму только обводится. Заебись, Сергей проебал свои шмотки. А нет, это ты. Твоя очередь проебывать. Как же он горенький бегает, прикольно. Столько гробиков. Ты лежишь в своем маленьком гробике. Блять. Я еще думаю то, что когда ты умираешь второй раз, твой первый труп становится окоченелым. Ну, чтобы нельзя было наесться так. Правильно, я бы так сделал. Можешь показать место своей смерти? Я уже, блядь, обшарил. Берем. Вот. Где? Попрыгай. Я не вижу нихуя. Давай, я сейчас поднимусь. Оп, оп, Кэтмен стайл. Залазь, ёпты, только не в огонь. Блять, в огонь залез. Ёп. Так, я тебя не вижу, Олег. Я у своего алтаря. Ты где? Эй, ты где? Сзади. Сзади? Ну вон, блять, налево посмотри. А, ты слился. Пустыни. Чё, ты шмотки все свои проебал, да? Ага. Не очень. Ну вот. Добро пожаловать в клуб. Я тебе дам сейчас вот эту хуйню. Что-нибудь. И еще что-нибудь дам. Лук. Лука нет у меня. Я его оставил, блядь. Если у тебя лук, ты же мои шмотки забрал. Я забрал свои. А твои, я умер с твоими шмотками. Чё, блядь. Не дошло, что ли, Олег? Точно, точно, вспомнил. Твои шмотки реп. Это точно мои, потому что тут специи еще лежат. Можем, блядь. Короче, свечку. У меня есть свечка, можно поставить на твой трупик. Типа реп. Блять, тут вроде, знаешь, типа. Восстановить свой труп проще, но психуешь еще больше, чем в Аутфорде. Иногда. А как первый раз? Ты еще не понял, насколько ты хуёво проебать смотки. О, блядь. Да ты, я несколько раз так делал. Ты начнешь заново восстанавливаться свои топорики. Я уже всем забыл. Такое. Они уж делаются, знаешь, как бы.
по привычке, и все ресурсы у тебя уже постоянно есть. Бля, я только не зависаю. Ёб твою мать, фатал, брош. Ну что ж, центр репорт. Ты тут еще, Олег? Странно, что я это... Олег? Что меня не выкинуло из твоего мира. А, нет, вот теперь выкинуло. Садинка какая-то. Членская. Так мы никогда не пройдем. Лаваш, конечно, просто delicious, как ты говоришь. Fergalicious. So delicious. Что-то Black Eyed Peas уже после новой волны рэпа не популярны совсем. Никто ни одной песни их не знает новой. Ты знаешь? Вообще рип, походу. Полный. Вот такой рэп. Типа, уже потребный. Блять, выпустил, чтобы поразвлекать людей. Ну все, нахуй ты нужен. Никто тебя, никто не будет говорить. Ой, помните группу Black Eyed Peas там, блядь. Всем будет поебать, потому что это хуета. Вот нормальные группы вспоминают каждый там год. Какие там дни рождения, концерты с каверами. Чё ты, блядь, будешь запускаться, ты говно. А, кстати, вот знаешь что, Олег? Давай без чит. Ты уже нажал играть, да? Я нажму without battle eye. Без вот этой античит шляпы. Может быть, из-за нее выкидывает. Съебись, пожалуйста. Запущено. У меня еще конный запущен, кстати. Надо снять задачу. Слышь, конный ебучий. А, он запускается вроде. Все, запустился. Что говоришь? На высоком. А, не посылал. Сейчас. Посылал. Как запустить? They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Отъебись, пожалуйста. Олег, отключи видос еще у себя. Может, поэтому тупит. Одиночная игра. Продолжить. Ну, блин, крутой эффект. Чем-то. Можно не убираться. Что, не убирать видос? Нет, комнату, потому что он все равно размывает. А, да. Так, я отошел сейчас. Давай. Нокс. Что ты загружаешься гандом? Знаешься?
Я живой, живой. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Вставай. Пойдем на парад. Говна, говна. Че, работает джойстик мой или хуйс? Ходи, тварь. Игра такая. Поле, что ты говоришь. Бля, придется, наверное, запускать этот big picture. Учись, сучи. Ладно, а что если мы так сделаем? Что-то приглас. Кидаешь приглас? А ты стоишь тут? Я тебя могу даже ёбнуть. Стоишь зависший. Так-с. Пригласить друга. Что, не работает, да? Коника. Ага. Не работает пригласить друга у меня. Нажимаю, нихуя. Ладно, сейчас нажму выход. Перезайду в игру. У меня не работает, блядь. Это тоже нажму выход. Походу все зашли. Это что вообще такое? Jungle Strike, да. Так люблю эти всякие паблики со старыми играми. Так. Ладно, играть просто в Conan Exiles. Запустить. Сюда рут все под окнами, просто пиздец. У меня всего 6 достижений только. Прикинь, Олег, что будет в PvP серверах. Прикинь, что в PvP серверах. То есть там, где просто вот это все. Полный беспредел. Причем есть PvP сервера, ну ты, наверное, видел, где вообще полная PvP, PvE сервера. То есть чисто против врагов. Есть вообще какие-то для сынков, по-моему, вообще ничего там нельзя делать. Три типа вроде там есть. Не смотрел? Смотрел, но не заходил. Ой, все бегает. Так. Что там такая тема? Что есть сервера некоторые, где у тебя игрок. Он, типа, вообще всегда онлайн. То есть ты не можешь выйти, чтобы он исчез. Он всегда будет онлайн. И вообще мир всегда, ну, типа, существует. Ты спишь, он существует. Заходишь, там уже все по-другому. Тоже чем-то прикольно. Ну, вот у нас сейчас так и есть. Я ж поэтому и не исчез, наверное. Потому что герой остается там стоять. Поэтому лучше, если выходить, то в безопасном месте. Сколько еще не исследовано вообще, кайф. Так хочется вернуться, типа, и то племя просто вырезать потом. Это будет парик. Это что-то это? Что я понял, Олег? Мы можем использовать алтари как сундуки. Прикинь. Возможно. Да.
Просто кладешь туда. 132 камня, 152 ветки. Все, они будут там лежать. Потому что то, что ты положил там свой алтарь, да? Там что-то там, типа, железо, что ты положил. Сейчас гляну. Железо я вообще засунул в печку. А, да, в печке было вроде. Да, два, мать его, два сундука. В таком случае. И печка. Это то тоже есть, сундук. Нет, в смысле, два сундука на алтарь. То есть печка плюс сам алтарь. Нет, а у меня только печка. У тебя алтарь круче. У меня только печка. Все. Ну нет второго. Сакс. Это ж я отдельно печку ставил. А, это не в алтаре. Ну, я ее просто поставил рядом. Но печка это не было в комплекте с этим. Да, я понял, я понял. Простите, так, помогу. Тут у нас небольшая проблема в воде. Вот я вижу небольшую проблему у себя. У меня два аллигатора. Где-то достал их. Я сейчас от жажды умру. Блядь. Чё бы этот непись мне воды дал. Короче, я пойду попью, не хочу умирать, я заебался умирать. Оп. Ну, я думал, мы дальше идем оттуда уже. Я не хочу умирать, сейчас быстренько попью воды. О, кстати, может быть вынесем, зарегинилось племя уебанов этих. Давай их ебанем, а, Олег? Ты ж хотел что-то сделать из них. Прыгай ко мне вниз. Так, кортиков у меня нет. Какое сегодня сказал слово? Ты помнишь? Прикольное такое. Сейчас рядышком еще одно племя не будет. Вроде где-то тут было. Такс. И такс. Портики. Камни, блять. 20. Човки. 5. Добудем. Човки сделаем 28. Добываю камень. Мена. Пур у меня есть. Так, камень есть. Все, отмена бечевка. Бечевка, отстань. Жест, нужно мне. Клинки. Чё, ты пойдешь, мне поможешь? Точнее, себе. Ты ж сам хотел. Сейчас я хочу убить гиенёнка. Я уверен, что не получится. Я потихоньку сейчас начну вырезать. Чё, с нихуя сэл вернулся чётенько. Да-с. Кажется, её родыки пришли. Сука, замочили. Я же говорил, что будет пизда. Тут новые монстры, если видишь их, то, скорее всего, то пизда будет. Я детеныша убить хотел. Да будьте, Олег, у кого-то. Олег, спускайся. Да будьте голову, только что у меня было выполнено. Спускайся вниз. Тоже, наверное, выполнится. Башка.
Причем выпало не из самца, а из сам... не из... Да, да, из самки выпало. Давай вдвоем бьем. Я говорю, может, этот алтарь переставишь? Как? Я заберу все-таки все свои шмотки. А, как мне подняться по-быстрому? Сейчас. Еще. Да по-быстрому хуево. Да, спускался. Я уже... просто. Да, вроде нашел. Так, а тут как? Так? А, вон где дорога. Залезу, залезу. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Он же человек-паук, ебать. Че, Олег, забыл? У вас болит живот, нет сил. И похуй. Че делать? Переставлять алтарь? Попробовать. А для чего, так я не понял. Чтобы я смог труп взять. А, и что мне сделать? Использовать? Снести? Нет, погоди. Нет. Сейчас я на своем посмотрю, как это работает. У меня только снести есть. О, еще кое-что сейчас попробуем. Ну да, снести и использовать. Пизду. Смотри, что я нашел. Попробую сейчас эту тему взять. Опа. Возьмет у тебя? Да, добудьте голову, задушил. Че, дать тебе голову? Давай. Или можно сразу изготовить? Ну, хочешь изготовить? И отдать тебе уже предмет? Похуй. Железный инструмент нужно сделать. И поспать в кровати. И вот мне нравится первое самое. У тебя, наверное, тоже самое первое, самое верхнее, да? Лежите врага. Да. Я хочу... Я хочу это. Я хочу это. Цена один, ебать. На один. Так, надо веревку сделать тогда. Выживание, цена один, блядь. Меткость. Не буду на меткость вообще никогда. Тебе не лучше. Костер еще нам нужно сделать. Потому что хавать-то надо. Сейчас пойду пасу. Ой, ну, скорее всего, я рип сейчас буду. Ну, ничего страшного.
Что-то там задумал, блядь. Тебе надо было вой меня, скорее всего, оглушить. Какой за селёдкой? У тебя справа снизу до сих пор подсказки остались, да? Жесть. Сколько всего в этой игре? Настроек. X6. Оп. Какого хрена у меня отравление? Я ничего не ел. Что вообще? Что за дерьмо? Поел мясо, наверное, сырого. Что поел? Должны его теперь. Что добыть мясо тогда нам? Пожарить. Ой, пошел. Нет, темно. Я пошел на свет. Какой свет? На свет это... костра. В ночи его видать. Я не вижу никаких костров. Вниз? К воде. А-а-а. Сейчас закину кости и прочее дерьмо. То есть ты пошел вниз обратно, да? Угу. Окей. Так. Так, вот люди. Вот это страшно, пиздец. Есть люди или крокодилы. Страшно, капец, становится тут. Да хуя крокодилы. Вижу свет. Там дофига костров на самом деле. Ты на который справа, да, пошел? Щит. Бля, 4 аллигатора, сука. А-а-а, тихо, тихо, умри. Сундук, у них сундук, Олег, у них сундук. Или это вообще наш костер? Не, навряд ли. Не, уже обосрался. Аллигаторы сильные, пацаны, или нет, не знаешь? Я думаю, что сильные. Я с ними ни разу не пиздился один на один. Так, чисто в связке. Да, блядь, пошёл ты нахуй. Эй! Ну, не такие, я думал, посильнее будут. Что нахуй? Ну да, убиваемые, убиваемые. В доспехах нормально можно их ебать им пулю. А, жрать хочется. Может хочется. Блять. Один сейчас сдохнет, Олег. А второй. Ну, в жизни до хрени еще. Блять! Как он меня так ёбнул? Я же стоял. Я тоже сдох. Где ты там, он прям в нем стоял. Причем один типа еще живой остался. Причина смерти крокодил. Спасибо, капитан, блядь. Че, пойдем к крокодилам? И че тебя угораздило туда и пойти? Ну, а почему нет? Fuck you, that's why. Да? Да. Свободная страна, делаю, что хочу.
Нет, 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 нет. Ух, я выжил. Ну, сейчас разобьюсь. На самом деле ты нашел там сундук. Смотри, я уже обыскал. Там кал был? Или нормик? Блять. Там была водяная сфера. Камни, хуями, короче, ничего такого. Как тебе такой? Три крокодила. Четыре крокодила. Четыре кракача. В моих шмотках. Сука, бери все нахуй и уёбывай. Блять, бери все и эскейп. Игра на самом деле не очень реальная. Навряд ли человек бы смог забрать свои вещи в присутствии четырех крокодилов и съебать. Блять, какая красивая графика. Ты бы видел восход солнца в долине. Охуеть, посмотришь потом стрим. Пиздец. Ну, я тебе тоже максималку поставлю. Нет, в смысле, вот, ну, оно просто иногда попадается так, что просто пиздец, солнце светит, свет сделан офигенно. И вот этот восход солнца, знаешь, идет от одной части другой. Блядь, кайф. Что отражается на воде. Пиздец, конечно. Молодцы, сделали очень красивую игру. Воду сделали очень красивую. И сделали очень красиво то, что я нашел свои шмотки. Так, нога. Крокочем я больше не пойду. Вы что, не будете пиздиться? Вы что, вы же враги? Ладно. Все, возвращаюсь, рэп. Я уже чувствую себя как в реальной жизни. Ёбаный детеныш крокодила, ты сдохнешь сейчас. Ты реально сдохнешь. Гандон. Питерс. На? На? Че, в алтаре встретимся? Ну, не знаю, я тут внизу бью щитников. Те же самок, самцов? Самцов, да? Угу. А, хорошо, сейчас прибегу. Ну, который на другой берег переплываешь. А-а-а, другой. Я не знаю. Чё назвался? О, вот все. Нашел тебя. Прикольно так общаться, типа, без карты. То есть то, что
не отображается. Оу, щит. Бля, Олег. Ты going crazy right now. Конечно же, я кулаками начинаю его пиздить. Зачем ему кровотечение накладывать? Сколько? 20? 20. Офигеть. Крутяк. Кости дичь, кости дичь. Так. Колесо боли, что нужно сделать? Его еще надо, блядь, собрать. Колесо боли. Не смотрел, как мы с Настюхой ватку собирали? Стрим тоже подвыпили, так и начали ватку собирать. Короче, Атлас — это гребаная калька Кэнона, только как будто бы это, блядь, просто... Ну, типа, начальная, самая пре-альфа-версия настолько хуёвая, что пиздец. Прям супер кал. Не знаю, кто там положительные отзывы ставит. Я, например, поставил, чтобы они не унывали, но, блядь, очень плохо всё. Анимация, блядь, мир, графика пиздец, просто конченая. И они обманывают людей, там тизеры были, то что, ну, графон в 1000 раз лучше. Там, но. Графика на фоне, на уровне, типа... Да ёб твою мать. На уровне Шрауда ещё, типа, чуть получше, прикинь. Угу. Прям кал полный. Далеко там? На алтарях. А, ну фигня. Че, мы сегодня сделаем хотя бы раба? Одного. Какие прикольненькие эти кактусы. Точнее, деревья. Че они вообще делают? Обычное дерево. Ветка дерева. Ветка. Та! Хуй та. Дерево камень. Буду охранять твой труп, короче говоря. Еще сундук, и ты долбоёба. За мной бегут. Я аллигатор. Аллигатор, а ну давай, бей, долбоёба. Блять, нет, 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 блять. Крокодил зажал между камнями и заебашил меня. Хотел Dark Souls Open с открытым миром? Вот, блядь, тебе. Пиздец какой-то, Олег. Очень сложно. Ну да, особенно когда ты... Не играя в игру, говоришь, блядь, начни нахуй с хардухи, пожалуй. Ну, то есть да. не с хардухи, а ну да, правильно, с хардухи. Бля, я нашел три, короче, этих месторождения железа. Еще вернусь. А, добудьте железо, сейчас выполню. Крокодил, дай мне забрать, пожалуйста. Ты
что-то типа душ на самом деле есть, типа просто твои шмотки. Ах, блядь, был же один крокодил, сука. А, 4? Ладно, ничего страшного. 4 тоже нормально. Так, блядь, быстрее, сука, забирай свое говно. Пидорас, нет, не мог сдохнуть еще раз. Фух, так, я сейчас заберу. Твой труп вижу. Просто лежит что-то, тусуется. Ну прикинь, на нормале прошли бы такие, все узнали. На хардухе у нас не было бы такого опыта первого. Уже знали все приколюхи. Это ж не то было бы. Пожалуйста, дайте забрать. Блять. Блять, забирай, забирай, сука. Пожалуйста. Ну пожалуйста, блять. Забрать-то вещи свои. Че, как дела, Олег? Не поможешь мне немного? Где ты? Да я типа, знаешь, где крокодилы? Сейчас тебе пишу. На карте это место, вот видишь, такой остров, островок посередине всей Малафьи. Понимаешь, о чем я? Где мы тусуемся? Когда спускаешься, там типа остров такой. Где твой труп? А ты видишь мой труп? Не знаю, я вижу, что там есть какой-то труп. Ну да, это мой труп. Там их 3 уже, или 4. А нет, значит, они показывают мои трупы. О, нифига! Это что? Абориген пришел пиздиться. 2 аборигена пришли пиздиться с крокодилами. What the fuck? Вот это охуенная игра просто. Кайф. Детеныши бегают. Блять. Там же кто-то еще, да, был? Или мне показалось? Были, блять. Были. Давай, я их уведу на себя. Ладно. Я не могу обыскать свой труп, пиздец. Почему? Значит, это старый труп. Новый тоже не могу. Не отвлекаются, суки. Ни один из 3 не могу. Наебнулся, походу, опять. Тоже не можешь, да? Они у тебя тут все умерли. Да. Да вон даже в одежде, пидорас. Вот он, сука. Ты можешь его разделать? Пиздец. Походу, когда ты умираешь много раз. Вот этот разделай. Все, ничего нет.
Ох, пизда. Короче, тут типа что-то как в Dark Souls. На второй или на третий раз шмотки проебываются у тебя. На второй, наверное. Первый раз я умер. А нет, я Поднял. умирал 2 раза. Чё? Я умирал 2 раза. Ничего не было такого. Сейчас вот у меня получилось вот именно так. По ебаных этих. Надо почитать. Короче, умирать нельзя. Сможешь мне быстро каких-нибудь саплаев скинуть, чтобы я ничего не крафтил? Блять, говна и веток. Да нет, нихуя. Тебя ничего вообще нет, да? Вот, сейчас смогу насобирать. А, камни насобирал. Могу тебе ножи сделать. Да, было бы заебись. Блять, все броники. Все. 150 брони. Все проебано, век. Да? Пиздец. Охуеть. Обидно. Чернее, блядь. Давай тогда у алтаря твоего. Нифига тут, короче, вороны летают прям сверху. Или там какие-то птицы. Так, а что если я решу тебе пизды дать? Могу это сделать? Неписи. Бля, я могу пиздить неписи? Ладно, один разок нажал, все, хватит. Там упадет. Сдохну. Все. Я не трогаю. Встань. СПС, это бонусом, что ли, пошло? В груди, блядь, топор. А, кстати, это просто охуенно, Олег. Знаешь, что происходит, когда тебя кидает топор? Остается. Он у тебя остается, потому что он в тебя воткнулся. В инвентаре. На контрол. Давай, ПВП, Олег. Сучка страшная. А сукна.
Кинжалы не твой профиль. Тебя, наверное, сдохну все равно от ранений. Развлечение 5. Пиздец. А не прошло? Прошло? Да. Причина смерти — экзотик бомж. Первая причина — это ты. Мои мечты. А что, блядь, с этой наготовить-то? В этих серверах нельзя. Кастомных за бабки можно. Ты можешь подключиться к кастомному серверу. Ну, это бесплатно. Создать ты не можешь. То есть, если ты хочешь сам свой сервер прям редактировать каждый, ну, быть прям админом там, богом, ты платишь бабки. Но ты можешь подключиться к любому серверу, вообще, какому хочешь. Без ограничений. Без подписки, без всего. И там есть нагота. Вдруг там... Есть даже, ну, типа, без античита, то есть сервер для читаков. Что хочешь. Бля, я себя чувствую конченным каким-то. Просто мы поиграли сейчас, да? Вроде прошли куда-то, но мы пиздец немощные до сих пор. Хочется кому-нибудь пизды дать, так, типа, боссу, что-нибудь такое. А пиздец. Ты выжил как? У тебя сколько жизней осталось? Больше. У меня чисто 2 пикселя. Да я не пойду, я сдохну. Я вообще наверх хочу. Блять, не сдох. Пойдем туда демонов убивать. Ладно. Демонов так демонов. Сначала крокодилов нужно научиться убивать, я считаю. Нет, демонов намного проще. Серьезно? Подожди, Олег, вернись за мной. Я нихуя не понимаю, куда ты бежал. Я стою, смотрю на водопад. О, все. Не бей меня, блядь, ты меня убьешь. Блять, 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 это ж смерть. Кстати, похавать еще надо будет. Лучше убегай. Я ж голый. Ты был прав, Олег. Причина смерти крокодила. Это типа наркотик, что ли? Зато я близко к своей смерти. У нас типа класс сейчас, как там Dark Souls, помнишь? Как там? Ты где, Олег? А? Ты где? Я на этом
Наверху на базе. Бля, а я спустился со своим трупом. Сейчас вернусь. Вот что еще хочу проверить. У тебя нет лука, случайно? Нет, пока. Вот, что будет, если по птицам пострелять? Если в них попадешь, они будут сбиваться, это просто топ, а не игра. Потому что они, мне кажется, для декорации здесь. Типа, атмосферные просто птицы летают. И если они сделали их живыми, это просто охуительно. Сложно сделать лук? Чем мутишь? Да, смотрю, где это оружие, какое могу сделать. Можешь? Нормально уже, нет? Неа. Что надо? Не знаю. Не может, нельзя его это изучить даже. Странно.
Заебись. Так, там был ремесленный стол, да? Пошел? Я говорю, я пошел домой к тебе. Может быть, получится сделать железное оружие. В тот дом старый, что ли? Угу. Так. Тоже поднимем. Ну, если пойдешь, то заберешь тогда с собой потом. Че? Оружие? Верстак. А. Бля, как тут? Что? Так, не разбиться бы. Какая красивая вода. Нифига, какой дуб. А можно его срубить? Интересно. В сторону. Тут еще автобег можно включить. Не очень помню уже, где дом. Ой, ой, ой. А, вот дом. Я вижу его уже сам. Эх, дом, милый дом. Я заметил. А слушай, мы сможем залезть на гору? Там какой-то этот ангел стоит. Вам лучше попить. Да вот же вода, долбоёб. Эй. Кстати, тут опять доспехи можно накрафтить. Yes, я просто двоих заебашил, потому что они были уже при смерти. Я взял себе шапку, причем еще круче, чем у меня была. Вау, сколько у меня броня. 59 просто содеваешь. Броником. 121, броника, шапка. Олег. Джекпот, как ты пишешь. Вовремя подошел. Они просто пиздились. И у них уже было мало жизней. Я такой бах. Добил их. Смотри, просто убийца теперь. Че сделать нужно, говори, Олег. Слышь? Стреляй. О. Ты сам сможешь, да? Верстак, ага. Окей. Мне не нравится мой этот дом. Я в Достово не видел, что есть бутырки алхимические, типа гранаты. Чего так разъебать? 87 кожи. Я беру. Кора 12. У нас вообще кора редко попадается, да? Водоросли, стекло. Кость. Сферы, блядь, такое беру. Пять каких-то семена алоэ. Уже мало. Семена желтого лотоса.
костявая хуйня, просто свина. Все набрал, короче, всего. Черкану тебя чуть-чуть. Так. Просто. Вот этого пидораса черкану. Почему нельзя на тебя залочить, а? Что я вижу? Пидорас. Оп. Давай, давай. Бля, я же увернулся, сука. Ты меня начинаешь бесить. Уже нужно анимацию их освещать. Пиздец. Ты же лох. Уже пропустил столько ударов. Пергамент. Смотри. Видишь? Ага. Возьми, я пока разберусь со вторым. Ага, блядь. Тоже такой же. Что-то я вашу тактику уже пронюхал. Ложки. Лох. Вау, вау, amazing, что у него там? Зеленая краска, ну. Прикинь, Олег, что будет у игроков? Вот ты типа игроков убиваешь там тоже. Чего они там смогут? Добыть, прочее дерьмо. Это ж так интересно будет. Ну и из тебя тоже смогут добыть. Но если мы будем вдвоем хотя бы держаться, это уже... Гораздо... А если со Славином втроем, бля, это такая крутая игра надо будет. А я умираю от голода, есть что-нибудь похавать, кстати, Олег? Что-нибудь хотя бы? Ты можешь уже жрать сырую плоть? Нет, ну давай с отравлением, а то не хочу умирать. На тебя уже ков. А ты можешь сырую плоть жрать уже? Ну да. Сколько ты въебал туда? М? Сколько ты туда въебал? Вообще чуть-чуть, это самый-самый первый этот на выживании точка. 10 этих очков. Да блин, короче, не вот знаю. У меня выживание и сила, они прокачаны на 10. А... Грузоподъемность на 8. А вот я вижу эти яйца. Похаваю их, потому что жуки это просто пиздец. Боль. Троечку, у меня троечку. А три это у меня вот это. Чё, пожал? Куда теперь? Олег. Надо бы мне спать вроде через минут 20-30. К сожалению, блядь. Я бы хотел всю ночь бы играть вообще. А еще круто было бы курнуть и поиграть, вообще не знаю, это было бы так круто. Где мне взять, сука, верстак коваля? Че? Верстак коваля. То есть не обычный верстак, какого-то, блять, коваля, сука. Ага. Я последний раз я курил с юцом под пивас. Что-то мне так не понравилось, вообще пиздец. У меня паника началась, какая-то внутренняя такая какая-то тоска, не знаю, дискомфорт. Такое, блядь. Чувствуешь? Бывает. А. Причем с утра тоже покурил, то же самое, блядь, один в один. Может, просто уже не мое. Но
Мне очень нравилось курить играть. Ну, иногда. В Эликс я один раз зашел, я просто охуел, насколько это было круто. Столько, ну, типа, вжился в роль, что просто аж испугался один раз и вышел. Просто вышел и больше не заходил. Блять, эти птицы меня бесят. Так, лук, я смогу сделать лук стопудово. Дурак. Да, блядь, смогу сделать. Ну, пизда. 87 кожи, кстати. Я положу алтарь. У тебя есть один железный брусок? Нет, Олег. Я проебал, у меня было в трупе. Железо я знаю, где достать. Прям накрафтить его. Ну, как бы, в голове здесь знаю. Где-то был. Здесь, по-моему, в углу один этот. Там было три, мать его, три здоровых слитка. Так, теперь это мой сундук, поэтому я сюда все кидаю. Палочки, хуялочки. Где-то на горе. Если найдешь, оставь мне хотя бы, чтобы добыть одну по миссии. Хорошо? Олег. Ага. Ой, все. Ну, блядь, это этой твари, да? Ты не нашел? А я где-то вначале нашел, где-то на горе. Че там? Лютой горе. Сука. А? Че, блядь? О, нашел. Стальная жила. Вот, Олег, мне кажется, против них уже нужно качать щит. Вот против этих мразей... Я хочу щит поставить. Против этих мразей клинок вообще, ну, просто ноль. Ноль шансов. Блять. Пиздец, какие же они конченые мразоты. Ой-ой-ой. Я куда-то слишком далеко уёбываю уже. Уф, отвязались. Ну, я типа... Где-то далеко. Умираю от голода, класс. Это эмират года. Вот, фокопейщика. Вообще супер, amazing, beautiful. То, что я хотел, когда умираешь от голода, два копейщика. Ноги, сука. Водопад. Лучше я умру, блядь, вот, вот я так сделал. Ой, блядь, Олег, я умер в водопаде с двумя охуенными доспехами под басу. Шкура гиена. Ты отправляешься или что? Пошел в туалет.
Да уж, опять с волосатой спиной. Везде гробики. Так, смогу ли я... А, тихо. Слушай, Олег, не зря показываю тебе два гроба твоих. Наверное, есть какой-то предел того, сколько ты раз умираешь. 100%. Мы же не зря проебываем вещи, правильно, Олег? Все, я один проебал свой гроб. Второй. Вот водопад. Там он лежит. Чё, себе в воду упаду с разбегу? Чё, будет прыгать? Прыжок. Оп. В воду, падаю в воду. Жо. Текс. Нашел свой труп даже? Да, нет. Дальше умер. Отстой. Я понял, что он здесь. Упал, выжил. Он что-то побежал. Да, он сюда побежал. Да, вот крокодил, который меня убил. Да, да, да. Узнаю. Ползет, сука. Нашел свой труп, похуй. Да. А, скорее всего, еще есть время, которое у тебя есть, чтобы свой труп вернуть. Потом он обнуляется. Но это не факт. Чё, сколько там времени? Бля, ген, так ты хуя. Ну-ка, чё, все утонуть? Штуки нам надо 50.
Без воздуха довольно быстро умираешь. Эх, ладно, Олег, заебись. Пойду, наверное, ко сну готовиться, завтра на работку еще. Окей-доки, давай. Давай, давай, покеда. Покеда.